Главной героиней второго сезона шоу «Холостячка» стала Злата Огневич. Именно она будет искать любовь под прицелом камер. Певица хочет видеть рядом умного, любящего мужчину с хорошим чувством юмора. Именно такого она выберет в финале реалити-шоу. Хотя съемки «Холостячки» уже стартовали и Злата Огневич познакомилась со всеми претендентами на свое сердце, она продолжает публично делиться личным и рассказывать, какого мужа ищет. Так ранее певица фанатела от супергероев, а из публичных личностей ей импонирует бывший муж Ирины Шейк Брэдли Купер. «Мне нравился в детстве Супермен. Для меня это был герой, который прилетал и спасал вселенную. А если брать среди мужчин, среди образов мужчин, мне нравится Брэдли Купер», – поделилась холостячка. В свои 35 лет Злата Огневич ценит несколько иные черты в мужчинах. Ей важно, чтобы избранник имел острый ум, хорошее чувство юмора и был энергичным, так как она сама живет в бешеном ритме. Поэтому в финале романтического реалити-проекта «Холостячка» звезда выберет того, кто наделен именно такими качествами. «Я ценю в мужчинах чувство юмора, наличие интеллекта, любовь к своим родителям, потому что это о многом говорит, любовь к путешествиям, к жизни, чтобы он тоже обожал вести активный образ жизни», – призналась Огневич. Не менее важно для певицы, чтобы муж искренне уважал ее. Недавно она рассказала о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного. У них была итальянская семейка. Во время одной из ссор мужчина ударил Злату Огневич по лицу и ушел из дома. Тогда она поставила точку в отношениях, хоть тот вымаливал прощение на коленях. А с вами была сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.